Здравствуйте, друзья, вас приветствует Алексей. Нахожусь сейчас в Ленобласти, продолжаю монтаж забора. Дубль 2. И выходит из глубин дядька Черномор. Тут Леха выходит из воды. Одеваю. Вот так примерно готовятся к сварке на водоемах. Ну что, погнали наши городские. Ну давай, Леха, не пуха тебе. Да, и не пукать. И не пукать. Я водяной. Никто не водится со мной. Что, моя готова жарить. А перчатки? Будет током бить. Да ты что, серьезно? А без перчаток не будет? У меня кожа другой конструкции. Так, давай тогда низ вот так приварим. Да, я пошел, а маску-то не взял, идиот, да? Сейчас принесу. Где она? Она на скамейке осталась, похоже. В домике? Я водяной. Может, мне этот, ну смотри-ка. Сейчас на лестницу залезу тогда. Раз такая пьянка. Высоковато получается-то. Думаешь? Не, нормально. Нормально? Просто тебе неудобно держать. Почему? Сейчас лестница, сейчас нормально. А как ты? Шлем? Есть контакт? Сейчас получше прихватил. И мы идем к вам. Вам? Вы что будете стирать тайдом? Нам бы приварить. Слушай, так она может матрицу жить, смотри. Нет. Нет? А ты на меня направь просто. Есть? Да, прихватка есть. Ставь на ту баретку, наверное, камеру. И трубу следующую, заход. Лови. Ловлю. Ай, ловлю. Вот наверх ее зажили. А самый верх на доску закинуть, тебе легче будет. Да, а так по-другому никак. Ай, ловлю.
Все нормально, можете держать. Помаши маме ручкой. Давай, давай. Надо было-то. Оп, держу. Нормально. Норм. Все может пускать. Ну, с почином наш. Осталась последняя съемка, как будем ставить саму решетку. Но это позже, господа. И все, здесь прихватки сделал здесь между собой. И все. Золотой ключик у нас в кармане. Браво, Алексей! Браво! Мастер Леха! Алексей! Сварщик по батюшке Владимирович! Да, сварщик водолаз! Да. Новгородская область рулит. Да. Готово. Сейчас натянем сетку рабицу 12 метров примерно.
Почистил немного пруд от камыша. Вот, всякого мусора повытаскивал. Бутылки, камыш из-под вина. Сейчас придется все равно лезть в пруд, потому что надо покрасить все металлоконструкции уже эмалью коричневой. И будем натягивать сетку-рабицу. Как всегда, как работать, так идет дождь грибной. Сетку сейчас вдвоем растянули. Я тут занимаюсь, даже сложно сказать, альпинизмом и сдавим. Колхозим сетку на а-ля хомуты электрические. Мною открыто это изделие давно. Применяет даже вязкие опалубки и арматуры. Последние метры. Сейчас это занырну. И потонул. Да, какая лестница. Я, по-моему, стою на бутылке очередной. Есть много бутылок. Я штук 5 выкинул уже. Стоит. Да, гляди. Так, погнали дальше. Нормально? Нормально, нормально. Вот, все глубже и глубже. А у меня руки короче и короче. Бедного карасика зашугали сегодня. Я ему тут дал. Кстати, я чувствовал между ног вот проплывал карась. Есть тут большой. Вот здесь большой где-то он. Я такой стою, здесь такая муть, смотрю, пошел. Красавец. Навестил меня. Вот заколхозили сетку. Спасибо за внимание, с вами был Алексей.